В городском округе Люберцы еще на один детский сад стало больше. Новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 140 мест, открыли на Озерной улице. Там работала съемочная группа нашего телеканала. Добро пожаловать в детский сад! Детский сад для жителей микрорайона долгожданный. Родители не скрывают радость, что уже через несколько дней поведут детей в садик рядом с домом. Мы живем в этом доме, и мы очень ждали, когда откроется наш сад во дворе, чтобы было быстро и удобно водить детей, чтобы они были рядом и не переживать за них. Перед тем, как приступить к работе, коллектив детского сада устроил для малышей и их родителей праздник. Выступили будущие воспитанники нового садика. Глава округа Владимир Волков вручил представителям строительной компании благодарственные письма, а застройщик передал символический ключ. Сегодня такой очень солнечный день, праздничный. Настроение у всех соответствующее. Микрорайон на этом объекте не останавливается по развитию соцобъектов. Губернатор ставит задачи сократить очередность, дать возможность каждой семье как раз-таки направить ребенка в тот объект, куда они сами пожелают. И такие объекты у нас строятся. Новую школу мы сдаем в следующем году. Учреждение рассчитано на 6 групп, из них 2 ясельные. Для проведения развивающих и оздоровительных занятий физкультурный зал оснащен шведской стенкой, скакалками, мягким бассейном. Пищеблок с горячим и холодным цехом, просторные светлые помещения, уютные комнаты для отдыха и игровые с современным оборудованием. Мы рады принять нашу большую инженерно-технологическую семью «Новый детский сад». Это новое здание, которое открывается в микрорайоне и позволит принимать еще больше детей к нам. В составе нашего образовательного комплекса сейчас 1 школа и уже 4 детских сада. Вот так вот большая и дружная семья. Уже 2 сентября детский сад примет 140 малышей. Всего в городском округе Люберцы до конца года откроют еще 3 дошкольных образовательных учреждения. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.